Так быть не должно. Блин, а это как цепь сортировочной станции? Блин, чем-то похоже на эту карту. Давно на ней не играли, кстати. Уже забыл, что такая карта существует. В общем, играйте, играйте, как играете. Не вляпаться. Кто посмел? А, Стас! О, как раз! Все! Сейчас они закончат, и ты тоже заходи. Блин, где я зашел? А, даже вроде, даже обычные вроде стрелки тоже перестреливают, выкрыливаются. Элиту. Хотя, блин, точно не помню. Так, я пока... Так, пока не взрывайтесь там. Быстренько, сейчас это... Надо будет посмотреть. А, ошибку списать. Потому что не стреляют, это не из болтов, по технике почему. Нужно выслать службу зачистки. Знаешь, Павел, слишком не насрал. Заткнись. А твоей стране больше вреда, чем твой солдат. У меня солдаты гибнут из-за того, что они подскользнулись на говне. А, напомню. Ты мне Сантинела уничтожил? Нет, Влад. Серьезно? А где он взорвался? Он где-то я послал его на левый фланг, но он сломался, наверное, или не дошел в очередной раз. Я его останки-то найти не могу. А, ясно. Он вагон взорвался. А. Здесь боя не было. А у него останки-то где-то должны быть? Нет, если он взорвался, останков нет. Короче, желчемет. Ну да, это, конечно, не мельта, быстро не работает. Но мне нравится. Постоянно действует на технику. Для гвардейцев пиздец какой-то нецельный оружие.
Трофей есть трофей. Время почистить унитазы! Кстати, действительно, что-то я не подумал об этом. Дроне против реальной техники. Надо будет в следующий раз взять. Сколько в тебя мельга нужно стрелять, чтобы ты умер? Ты вообще умер? Раздавил! Надо только навостриться. Так, раз уж и здесь разбился, значит другую карту надо. Но сейчас Мельф прошла ему в броню вообще. Одновременно. Эх, даже черви не помогли. А что это тут зеленое освещение на центре делает? Откуда главное? Я ж никого не допустил. Влад, посмотри со стороны Павла. У него парень все еще лежит полудохлый. Живой, но полудохлый. Смотри. Он меня показывает как живой, но лежит как мертвый. Видишь, где солдат у меня бегает? Влад. Пора мыться, парни! Пора мыться! Я тебя вымою.
Грязный дед ему не помог.